Команда «Лада Спорт Роснефть», которая выступает в кольцевых гонках сразу в трех гоночных классах, успешно завершила чемпионат 2019 года. В классах «Супер Продакшн» и «С-1600» пилотам желтых автомобилей не было равных на трассе, а команда стала абсолютным чемпионом. Кроме того, в туринге, самом мощном классе, где моторы автомобилей развивают мощность в 350 лошадиных сил, «Лада Спорт Роснефть» вошла в тройку сильнейших. Впрочем, пилоты признались, скорость и результат гонки зависят не только от гонщика. На предыдущем этапе мы оформили личное первенство в классе «Супер Продакшн». Сегодня мы оформили командную победу в этом классе. Я оформил бронзу. Все автомобили в российской серии кольцевых гонок заправляются гоночным топливом «Пульсар 100» от компании «Роснефть». Мы уже сотрудничаем второй год, и за это время никаких нареканий. И отрадно, что через год после того, когда это топливо было создано специально для гонок, было апробировано в экстремальных условиях гонок, оно на сегодня доступно и для простых водителей, потому что на всех заправках «Роснефть» люди могут приезжать и заправляться «Пульсаром 100». Так что проверенное и заряженное спортом рекомендуем. Зрители, которые пришли на трибуны в эти выходные, стали свидетелями не только красивой и захватывающей борьбы на трассе, но и получили массу впечатлений за ее пределами. В Олимпийском парке было организовано при поддержке «Роснефти» красочное автошоу от одной из самых известных в России дрифт-команд «ИИ Тим» из Санкт-Петербурга. Они стали специальными гостями мероприятия. Команда привезла с собой уникальную автомобильную технику, в том числе для организации дрифт-заездов, а также мотоакробатов и музыкальное сопровождение. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».